Всем привет! С вами я, Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня я вам покажу инвентарь на своей основе. Итак, как вы знаете, я обменял все свои скины именно на один нож. Это керамбит поверхностная закалка с крутым паттерном. Это гейблорд, ну, без всяких там шуток. И он полностью голубой, у него паттерн 776, и такого почти не найти. Да, он очень редкий, и я его обменял почти на все свои скины. Да, кто-то не поверит, но это так. Да, у меня остались на других аккаунтах крутые скины, но на самой основе осталось вот то, что вот я сейчас вам расскажу. Вот такой вот ножик, он статтрек, на нем 18 уже киллов я набил. Ну, такой вот, какой есть. Вот так он выглядит у меня. Думаю, вы понимаете. Вот. Игровая сторона голубая. Так. Дальше мы идем. Револьвер. У нас идет револьвер. Это выживший. Из коллекции Горизонт выпадали такие револьверы, но такого револьвера почти нету нигде, потому что вот такая вот краска. Сколько мне выпадало револьверов именно такого качества, мне не выпадало, ну, редко когда выпадало, и я решил оставить всего один такой, потому что он почти стандартный, на нем почти нет краски, ну, почти. Ну и смотрится это в игре, конечно, круто. Ну, для этого скина это очень даже круто, типа такой пошарпанный такой, ну, красиво, думаю. Так. Здесь у меня идет сувенирный MP5SD, подопытные крысы, здесь у меня идет такой вот он. Но это обычный такой скин, где почти ничего нету здесь. Вот так вот, такой вот скин. Ну, это просто засекреченное, ну, вот так вот. Так, есть второй подопытные крысы, это уже с такой вот раскраской, то есть, ну, у меня их два, потому что у них разная раскраска у всех. Так, аук, статрек, сидмид. У меня на нем 5312 киллов, это сидмид, он поношенный, но выглядит он как, ну, я не знаю, как, может быть, немного поношенный, потому что на поношенный он почти вообще не похож, но он поношенный. Это коллекция Гамма 2, Гамма Кейс. Но вообще он играется нормально. Я не знаю, может он дешевый. Потому что он дешевый. Но для меня он нормальный, потому что такого паттерна сложно найти. Для поношенного он вообще, ну, не коцанный, только вот здесь вот коцанный. Но там незаметно. То есть с прикладом все нормально. Здесь ничего косыков никаких нету и нормально играется. Ну, я как уже вам сказал, выглядит как немного поношенный. Дальше. Идем. Это вот крутой вот у меня скин. Это я забыл, как называется. Он не полет. Короче, из нового кейса, который Inferno 2017, выпадала такая фигня. И, в общем, такой вот у меня прямо с завода он. Ну, тут ничего такого нету особенного. Единственное, что я сделал, это Easy Win я поставил этот неймтаг, и все. А так он вот так вот выглядит. Выглядит вообще идеально почти, потому что я его выбил с сайта. Это вообще... это было сложно выбивать с сайта. Потому что я на специальном сайте, я думал сначала, что это обманный сайт. Но я нормально на нем вывел этот скин, потому что скин очень редкий. Прямо с завода. Потому что... здесь вообще косаков нет никаких, вообще никаких. Вот сколько я здесь искал их, я здесь их не нашел ни одну. Может быть, они где-то есть, и я их не замечаю. Но, насколько я знаю, их нету. Ладно, такой вот скин у меня есть. Дальше идет, ну, такой дешевенький скин. Это Защитник Империи. На нем 537131 килл. Такой вот скин, и он ценится тем, что я на нем набил такое количество киллов. Потому что это единственный P2000, на котором я набил столько киллов. Да, конечно, с помощью специальных карт, но все же я набил такое число, и я решил его оставить, потому что если его выставить на торговую площадку, его сразу, ну, не купят, его обнулят этот счет, и очень будет обидно.
Вот такой вот пистолет. Но думаю, здесь ничего интересного нету. Здесь он такой, ну, неинтересный скин. Наверное, у всех он есть. Дальше идет подтвержденное убийство. Это немного поношенный. Немного поношенный пистолет. Здесь ничего такого особенного нету. Здесь. Ну, по паттерну я не знаю, как объяснить вам, но, в общем, он не отличается ничем от прямо с завода. Может, я ошибаюсь. Но выглядит он нормально, как прямо с завода, вообще не отличить. И вот когда у меня было прямо с завода подтверждённое убийство и немного поношенное, я прям проверял, они вообще идентичные, просто одинаковые. И то, что качество у одного прямо с завода, а у другого немного поношенное, вообще не отличить. Вот, я смотрю, ни одного костика, ничего здесь нету. Вообще, все прекрасно. Хотя нет, нашел. Нашел здесь косок. Только что. Я сначала не замечал, потому что я играю вот здесь, вот с этой стороны. И как бы мне не показывают ту сторону. Но здесь видно, что здесь косок есть. Но прямо завода такого нету. И все. А так все круто. Так, здесь у меня ГСГ-наемник. Его смотреть, наверное, не буду, потому что я его выбивал с сайтов всяких разных. Это дешевка. Так, рыцарь здесь у меня это Зевс, Фич, Симпл и Рогуя команда. Здесь ничего такого интересного, я думаю, нету, потому что это обычный немного поношенный рыцарь. В общем, все. Вот такой вот рыцарь. Кто не смотрел никогда на этот скин. Да, он немного поношенный, потому что, ну, здесь был прямо с завода, но я его отдал. Окей, рассмотрел я этот скин. Ну да, смотрите, нет коциков, вообще никаких коциков здесь нету. Здесь, ну может где-то он есть, я не замечаю просто. Мне как-то пофиг, мне главное, чтобы какой крутой скин был. Это коллекция Cobblestone, и для меня вот то, что я наклейки клеил, это круто. Он вообще был без наклеек. Так, дальше у меня идет скин новое зеленое яблоко, это... Такой покоцанный скин тоже, но достаточно-таки хороший, потому что другой новый пока что у меня нету. Потому что все новые я отдал. Так, Скар 20 гроза, это тоже ширпотреб, он покоцанный. Ну, думаю, про это рассказывать не надо. Дальше идем. Это сувенирный P250 Северный лес. Это такой вот сувенирный, именно сувенирный P250, такого... Сложно найти, он стоит на торговой площадке примерно, ну, 7 косарей примерно. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Короче, он стоил примерно 6 кусков, потом я смотрел, он 7 стоит. Ну, примерно, если я его брал за 6500, то он сейчас стоит 7. Ну, может, 6500 опять так же стоит, я не знаю. Но цена, он оправдывает свою цену, потому что он прямо с завода. На нем косиков вообще нету никаких. А наклейки хорошие, тут Деннис. Тут я забыл, как эта команда называется. Сани и этот... Кто это? Ну, в общем, мы поняли. Так. Тег 9, грунтовая вода. Он тоже коцанный, но... Ну, какой есть, такой есть. Итали коллекция. Погнали дальше. Самое вот такое, самое крутое, это... Глок градиент статрек. Я на нем обнулял убийство, потому что так было надо. Ну, короче, я обнулил на нем убийство. И теперь на нем на статреке вообще нет убийств. Но это статрек Глок. Он прямо с завода. Это 480 паттерн. Это вообще самый лучший, который есть Глок. Такого статрековского Глока нигде не найти. Он прям вообще очень редкий. Я на нем набил этот ментак. Навасов просто. Потому что другого я нам так и не смог придумать. Ну, хотя я придумывал там типа такой там тоже изи вин какой-нибудь. Но я решил остановиться на навасов, потому что, ну, так круче смотрится. И сразу это узнаваемый будет глок. Если кто-то будет со мной меняться, сразу, о, такой глок, как у меня. Ну, и так далее. Так, вот такой вот глок, то есть вот такой вот. Ну, как показать по-другому, я не знаю, но нормально он, думаю. Так. Дальше идет у меня Desert Eagle Пламя. Это прямо с завода с наклейкой Fitch я наклеил на него, Boston 2018. Ну, такое вот пламя. Ну, думаю, здесь ничего интересного такого нет, потому что это прямо с завода здесь. У всех такой пистолет. Как бы ничего такого особенного здесь нет. Так. Здесь у меня CZ.
75 Auto, это пол позиция, тоже у меня она прямо с завода, и выглядит она вот так вот. Ну, думаю, она дешевая, поэтому нафиг ее покажу. Так, дальше идем калаш. Калаш Наруто. Статрек 5 убийств у меня на нем, потому что другого калаша нету. А вот, вот сейчас я играю только с этого калаша и убил пока что только 5 человек с него. Ну, да ладно. Как бы, какая разница. В общем, такой вот калашик, он закаленный в боях, но, ну, не знаю, как вам, но мне кажется, он поношенный. Или, я не знаю. Ну, в общем, очень круто смотрится он. Я не знаю, сколько он сейчас стоит, потому что такое качество сложно найти. Паттерн у него хороший для закаленки. Вот так вот. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Может, кто-то еще в комментарии напишет, типа, вот, это обман, типа, это фигня скин. Я не знаю, просто я его оставил, потому что это хороший скин. Это для меня Пустынный Повстанец был хорошим скином, калашом, поэтому я именно вывел сюда этот скин. Какой есть, такой есть. Так, Азимов это у меня после полевых испытаний с наклейкой Зевс золотой. Ну, думаю, здесь ничего особенного говорить не надо. Такие продаются на торговой площадке. Здесь вообще никакого вообще разницы нету. Просто обычный Азимов. Все. Так. Когти. Когти это тоже дешевый скин. Это, походу, у меня после полевых испытаний. Но выглядит он на все, наверное, немного поношенный. Только здесь видно то, что немного коцики и все. Но это после полевых, но выглядит он как немного поношенный, вот честно. Не знаю, как вам, но... Не, ну я просто сразу определяю скин, то, что это после полевых. Но выглядит он на самом деле как немного поношенный. И человек, который не знает, какое качество у этого скина, скажет, что это немного поношенный. Или даже прямо с завода вообще не знающий человек скажет. Но на самом деле это не после полевых испытаний скин. Вот так вот. Такой вот интересный SSG у меня есть. Так. Дальше идем к ножу. Нож вы рассматривали. Это Гейп Лорд. Я еще не менял здесь name. Так как я сказал, это самый такой крутой паттерн. Такого вы не найдете. Вот серьезно, вот сколько вы бы искали такой паттерн, вы бы не нашли, потому что он полностью голубой. Голубая сторона игровая. И это круто выглядит. Погнали дальше. Здесь у меня подписчику. Я разыграю подписчику этот нож. Короче, тот, кто напишет самый лучший комментарий, который вот мне понравится и который я приму к видео, тот получит этот ножик. Ножик этот немного поношенный, но все же он хороший ножик. С ним можно поиграть, поэтому, ребята, кто хочет этот ножик выиграть прямо, как, ну, хотите, например, его выиграть, то просто напишите комментарий, прям лучший комментарий там, чтобы он мне понравился точно. Ну, конечно, сейчас будут писать всякие разные комментарии, и, в общем, я буду выбирать победителя. Победителю я напишу в ВК, поэтому, кто меня не добавил еще в ВК, то обязательно добавьте, потому что я вас искать буду в ВК. Или в комментарии напишите хотя бы свой ВК, чтобы я вас не искал. В общем, чтобы я вам отдал этот нож, напишите свой ВК. Как-то так. Такой вот ножик. Погнали дальше. Здесь у меня самый такой крутой ножик по мне. Это вот... Мне такой ножик нравится, потому что у меня был такой первый нож мой. Это нож с лезвием крюком мраморный градиент. Он, ну, такой вот синенький. Мне нравится то, что здесь почти... Ну, он синенький весь. Достаточно таки круто выглядит. Ну, он не самый такой крутой по паттерну, но... Для меня он нормальный, потому что вот так он выглядит, вот так вот. Нормально, думаю. Так, дальше, есть перчаточки у меня. Ящик Пандоры. Выглядят они так, потому что это прямо с завода. Вот и все. Так, ну а остальное рассказывать, наверное, показывать вам не надо, потому что вы уже все знаете. И рассказывать вам неинтересно. Но я вам сейчас покажу, что у меня сейчас стоит на игре. Так, ЗКТ у меня ЮСП, за это у меня сувенирный по 250, здесь у меня полипозиция,
Здесь у меня пламя. Здесь у меня только подопытные крысы прямо с завода у меня. Дальше у меня идет... Ну, здесь ничего такого нету особенного. Винтовки. Винтовки у меня рыцари, когти, сидмит и азимов. Ну, и еще гроза есть. На фамос у меня ничего нет, потому что я с фамосом не играю. Потому что фамос это неинтересный скин. А вот интересный вот азимов. Я играю с азимом. Раньше играл с ОП там. Вы знаете, с медузой я играл. С драгонлором играл. Но я и вся отдал с основы. Ну, я, конечно, сюда, может, выведу драгонлор, но я думаю, он здесь не нужен. Вот все, что есть. А теперь вот пока я показываю свои скины, вы можете посчитать мои скины, которые я сейчас вам рассказал. Здесь у меня только новое зеленое яблоко. Здесь у меня Гейб Лорд, этот ножик. Ну и есть еще два ножика. Это подписчику я дам. И мой любимый нож, это мраморный градиент, который я никому не отдам никогда. Перчатки у меня только одни теперь. Теперь только одни у меня. Это ящик Пандоры прямо с завода. Ну, думаю, нормальные перчатки. У меня до этого были другие. Но я решил остановиться все-таки на ящике Пандоры. Потому что это самый такой красивый скин, думаю. Так, граффити это я выбрал с этой... С медальки. Набор музыки это, конечно же, Neck Deep. Как же без него? Это самая такая хорошая группа. Трофеи. Трофеи у меня всякие разные. Здесь, ну, вы знаете, здесь из трофеев у меня монетки. Это по качеству определяется мне там. Мейджор вот я получил. Знаете, как сложно было получить эту катавицу? Потому что мне ее сначала не дали, дали просто золотую медальку. И за то, что я прогнозировал дальше, мне не дали бриллиантовый. Я писал поддержку, и мне отвечали... Ну, короче, долго отвечали, и все-таки я получил эту бриллиантовую медальку. Вот у меня теперь эта бриллиантовая медалька есть. За Major Katowice 2019, которая закончилась, по-моему, позавчера. Ну, я точно не знаю, когда. Короче, она недавно закончилась. Потому что это видео выйдет, я не знаю, когда, но оно выйдет. И вот уже я снимал это тогда, когда уже Katowice закончилась. Вот так вот. Так, идем дальше. Здесь у меня за Т. У меня Глок градиент 100 трековский. Здесь у меня опять же Северный лес. Здесь у меня пол, позиция и пламя. Дуал беретами я не пользуюсь, поэтому нафиг они мне нужны. Так. Ну а здесь у меня есть грунтовая вода. Если захочу, я ее поставлю, но я лучше поиграю с ЗЭшкой, потому что это такой хороший скин. Как-то так. Так. ПП. Из ПП у меня опять же здесь только МП5 СД есть, и все. У меня только два МП5 СД остались, и все. Так, винтовки. Из винтовок, ну, ПП мы разобрались, вот все, то есть скинов тут вообще нет, ни на что. Так, винтовка Галилом я не пользуюсь, поэтому я Галил не взял. Калаш у меня Наруто, пустынный повстанец. Здесь у меня когти, этот крутой скинчик, азимов и наемник. Дальше идем, здесь зеленое яблоко, больше здесь ничего нету, потому что вот так вот. Так, опять же этот ножик красивый и перчатки Пандора. Думаю, на этом надо закончить мой видеоролик, потому что я вам все уже рассказал. Про весь мой инвентарь, который я наменял. А наменял, знаете почему? Потому что меня два раза взломали. И типа хотели украсть скины. Прям вообще взяли, взломали меня. И типа первый раз я восстановился нормально. Ну типа там они не успели поменять пароль и так далее. Типа там просто надо было, ну, на почту, чтобы пришел вот код и все. Но там проблема была со Steam Guard'ом. А второй раз они мне... сделали так, что я два дня не мог обмениваться, у меня был бан. Вот так вот. Из-за этого я решил, ну блин, ну раз меня взломали два раза, почему бы мне не обменять все мои скины на что-то такое? И вот я обменял все свои скины на вот эти вот крутые скины. Ну, конечно, вот это все вот уже у меня было. Я обменял все на нож поверхностная закалка.
Ну, вот все, что осталось, все, что осталось. Я думаю, меня взламывать уже незачем, потому что это неинтересно. Ну, а теперь вот оценка, ребят. Напишите в комментариях, какую вы оценку даете моему инвентарю. Каким он был раньше и каким он стал сейчас. Стал он лучше или я сделал ошибку, купив этот керамбит? Потому что я на него потратил все свои скины, считайте. Остались только вот эти ширпотребные скины и ничего больше не осталось. Это ваше решение, вы можете оценить от 0 до 10, как хотите вообще. Но я бы своему инвентарю поставил все же, наверное, девяточку. Потому что до десяточки это не дотягивает, не хватает скинов для стандартных скинов. Я просто не люблю, когда у меня стандартные скины. Я люблю, когда у меня все скины со скинами, хоть даже с дешевыми ширпотребами, но у меня есть они. Но сейчас у меня не хватает, чтобы даже взять ширпотреб, потому что я забрал отсюда вот это вот все. Это вот то, что я покупал. И вот все. Потому что я когда обменялся на керамбит, у меня ничего не осталось, вообще ничего не было. И вот остались, пришлось брать вот это вот, покупать. И вот то, что осталось, вот эта вот дешевка, я взял вот эти ширпотребные ТЭК-9, 250, вот эти гроза брал. Вот это все ширпотреб я брал, когда уже не хватало мне. И мне пришлось брать самые дешевые, самые прям... Самое дешевое качество, самое такое дешевое. Ну, конечно, сувенир на P250 я взял самый дорогой, потому что я хотел на P250 взять такой именно скин. Потому что я чаще всего играю с иглоком, с P250 и с юспом. Все. Ну, иногда еще и с диглом. Но это ладно. В общем, как-то так, ребята. Оцените мой инвентарь. Как, если вам понравился этот видеоролик, обязательно поставьте ему лайк. Ну... И, конечно же, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока. Смотрите, смотрите, а это уже эксклюзив. У меня здесь то, что я вам не показал, это два ключа Спектр 2. Здесь наклейки, и... Ребята, ребята, это капсулы, капсулы Катовицы 2014. Это, знаете, какой тираж? Это тираж 14, это 14 тираж, офигеть. Посмотрите, сколько у меня их, и сколько они все стоят. Это просто капец. Это капец. Знаете, сколько они стоят? Это дорого. И, конечно же, там сувенирные наборы Катовицы 2019.